Добрый день всем, привет с Харькова. Этот рынок мы с вами давно в нем не были, да? Да, должны ходить. Так. Антиквариат. А что там в антиквариате? Интересно. Ладно, не будем заходить сегодня. Так. А что ты, тяпочка? У тебя же тяпочка есть. А, ты хочешь маленькую. А что, ты хочешь масло взять? Ну, этого. Чего? Может быть, сливок. Сливки? Сколько ты там взяла? Так. Вот яйца, тут тебе и уложат, и упакуют, и все. Тут дороже, но они покрупнее. Вот тут яйца, она упаковывает все. Да не будем тащить отсюда яйца. Вот и яйца. Вон 25 хорошие. Так, что мы идем? Рыбу посмотрим или не будем смотреть? Пройдем. Ну, пойдем. Нету в начале там, но там может и не быть. Так, что? Ну, что ты давно в АТБ зайдешь, хлеба купишь конкретно. Так, Аргентина. Ледяная 129, салака 85, камбала 189. На 100. А что тут? Тунец 165, красивый. Опаньхаки. Так, это форель. Что ты? 149 небольшой Ну, единственное, что в этом, в этих рядах прохладнее, потому что много холодильников, мороженая рыба. Колбаски. Ну, даже не хочу смотреть. Очень много, выбор большой. Какое качество, трудно сказать. Так, еще рыбка. Ну, то же самое. Такая камбала красивая. Ну, цены одинаковые. Как дело, голубой 129. Ну что, будем тянуть? Хочешь взять? Ну возьми, хочешь взять? У него нет цвета. Все, ладно, пошли, она разморозится. В общем, цены приблизительно везде одинаковые на этом. Семга. Ну, какая красивая. Ну, вам не видно. Вот она, красота. Кинжуч. Просто, что мы как бы не домой, она разморозится будет вот эта вся. Угу. Так, все, ой, требуется продавец. Мольва 109,90, 110 гривен. Ну все, посмотрели, прошлись. Мыло 10 гривен, мыло 20 гривен, кофе. Кофе 200 гривен. Где-то есть, а мы поднимем. Сувенирный магазин, сувенирный магазин. Какие? Это
Тормози, не тормози. Самую красоту мы, значит, должны пропустить. А что попало? Смотри, да? Вот такие. Ну, отсвечивает, не видно. Ой, какая милота и красота. Лаванда. Лаванда. А хлебушек белый почем? 12, да? Ну давай хлеба возьмем, да? Белый, а черного нет, да? Потом с высевками, без высевок, круглый, черный. Давайте, а с высевками почем? То и то 17, только круглый 20, но больше грамм. Это подовый? Да. Понятно, давайте с высевками. Может, Саше возьмем и нам? Не буду я. Ключи, серед, ремонт одягу, швидко і креативно. Оно размножается вот этими отростками. Мастерком что-то делает. Ну, да, такая мотышка такая, со встречной. Да, да. Небольшая. И они есть. Надо пройти перед магазином. Да. В следующий раз не забыть. И в этом все не дело. Они не оставят. Доверие. Так. Покупаем ключи. И что-то...